Всем привет! Утро понедельника. Нет, обед уже. Обед. У нас продолжает холодрыга. Приехали Бурана кормить с Семеном. Маша на экзамене. Сергей работает. Ой, как зелено. Ну, вроде бы завтра потеплее маленько будет. Чё, Бурик, Бурик? Ну, не снимать-то хоть. А чё? Ну, ты хоть водичку вылей из кастрюли, дождик. Я вылил. Ой, Бурик. Всё, Маша отстрелялась. Отписалась. Нормально? Как ты считаешь? Вроде да, да? Ну, вроде порог перешла, не знаю. Маша, гречка, гуляш, компотик, чизкейк свой будет кушать. Скс. Нюша, ну чё? Сейчас Семён у нас уезжает, провожать будем. Скучно без него. Весело с ним. Сейчас к бабушке поедет, до свидания ей скажет. Ну ничего не трясло вас там, пока стояли у кабинета? Только чуть-чуть. Чуть-чуть мандраж. Думай, думай, ничего не забыл. Ноутбук взял. Зарядник. Макарончики взяли. Яички, говорит, не надо. Переживаешь за дорогу? Нет. Вокруг поедешь? Конечно. А чё, папа даже не сунулся напрямую. Когда домой, Семён, картошку сажать? Это как-то самое, вот так это приеду. Когда уже полоть надо? Ну, когда уже жрать надо. Дай тысячу на бензин. Вот. Чё? Я что-то не слышу. Тысячу на бензин. Дай. Не слышу. Тысячу можно, пожалуйста? Я пошла вообще-то. Тысячу. Тысячу. Чё ты? Всем-всем добрый день. За окном непогода, дождь. Плюс 4 у нас. Изо рта пар идет, холодно. Вообще невозможно ничего делать, не стирать ничего. И я сегодня захотела, вы будете смеяться, но суп из томатной консервы. Всю неделю у меня было мясо. То манты не было, пельмени, котлеты, шашлык. Все, мне надоело. Я хочу супчик жиденький с консервочкой. Вот такая у меня консерва вкусная. Скумбрия в томатном соусе с овощами. Очень вкусная. Конечно, наверное, это любой может его сварить. Но я все-таки покажу. Может, кто не знает, есть такие. Поставила воду, почистила картошинку одну. Запущу картошинку, жарится лук. И не знаю, пожарить, туда добавить морковку или не добавить, не знаю. Немножко, наверное, добавлю сейчас к луку морковку. Вот у меня тут все жарится. Вода закипает. С домашней лапшичкой сейчас я сделаю похлебочку такую похлебать. Вкусную. Представляете, у нас в пятиэтажках нет тепла. Люди вообще замерзают. Я вот удивляюсь, почему не включат отопление. Воды горячей нету вообще во всем поселке. И нет отопления. Люди просто замерзают. Тут мама у меня, знакомые все. Валенки, говорят, достаем уже. Холодно, невозможно.
У нас газ, ладно, мы не выключаем газ. Тепло. Так, сейчас морковку возьму. Все, запустила картошку, добавила морковку в пережарку. Теперь консерву немного разомну. Прям слюнки текут, так хочется жиденького похлебать. Все, всех гостей проводила, Семена проводила. Представляете, что у меня дома творится? После гостей. Такой толпы гостей. Завтра, думаю, хоть прям полы мой. Я немножко вот убираю плавники в консерве. Хорошие куски такие прям. Обожаю ее. И немножко разминаю. Обязательно попробовать. Аж сладкая, до чего вкусная. Вот убираю немножко позвоночник, чтобы не попадался в супе. Все, сейчас поджарочка поджарится. Я туда, консерву тоже туда, в кастрюльку. И лапшичку запущу. Закипит и выключу. Укроп добавлю. И потом супчик со сметанкой прям. Сергей с работы приедет. Ну, Сергей такой суп не любит. Он не любит с консервой. Вообще ни пироги, ни супы. Ничего. Очень капризный в еде, конечно. Очень. У меня муж. Вот так. Помидорки у меня там подымаются в парничке, смотрю. Им там хорошо, тепло. Но сегодня точно будет сильный-сильный мороз. Очень холодно. Просто. Наверное, прибьет все. У некоторых, конечно, все цветет, и я не знаю, как это все будет выглядеть. Вот, посмотрите, какой незамысловатый супчик. Конечно, с него быстро кушать захочешь. Пустой, как говорит у меня Сергей. Полчаса и все. Ну, мне вот захотелось постненького. Хлебушек тут разделала, сейчас накрою. Семену отдала весь хлеб. Говорю, ладно, испеку, успею сейчас к ужину. Так, все, я сажусь, супчик. Прямо слюни, не знаю, как текут. Похлебаю. Смотрите, друзья, у нас просто не перестает дождь. Это апокалипсис какой-то. Уже все речки переполнены. Но ничего, будем надеяться, что скоро и у нас лето придет. Зато пожары все прекратились, говорю. Все зелено. Я поехала за Машей с тренировки забирать. Я вот вам прыгаю с 5-е на 10-е. Хочу показать уже, какие у меня тыковки большие. Уже надо высаживать. Но я боюсь, как бы не замерзли. Может, к выходным уже буду высаживать. Все, вроде бы там тепло идет, не знаю. Посмотришь прогноз на телефоне. Вроде тепло через 2 дня. Приходят эти 2 дня, тепло отодвигают. Так что я пока не верю.
Ой, сыпется все. Корешки какие хорошенькие. Вот сидят. 6 штук у меня в этом году тыковок зашло. Насорило. Это я на работе. У меня на работе тыквы. Уже вечер, ребята. Я приехала с работы. Вот смотрите, чувствуется, меняется погода. Резко небо очищается и появляется солнышко на закате. Ой, птички сразу запели. Ой, настроение хорошее. Может быть, посадим морковку, картошку. Ой, ну сыро просто. Присыро. Видите, яблонька? Близко не думает цвести. Близко. Ну, у соседей, вон, смотрю, груша зацвела. Так рано. Все равно природа свое берет. Ой, солнышко. Вот посмотрите, как. Закат. Вон он. Прекрасный. Все. Всем до завтра. Всем пока-пока.